В честь 75-й годовщины героической обороны Тулы утром к вечному огню на площади Победы цветы возложил губернатор Алексей Дюмин. Память погибших почтили минутой молчания. Оборона Тулы продолжалась 45 дней и стала частью одной из крупнейших операций в ходе Великой Отечественной войны — битвы за Москву. Армия Гудериана в течение октября захватила Брянск, Вязьму, Калугу, Можайск. Но на подступах к Туле стремительное наступление немецких войск захлебнулось. После полутора месяцев ожесточенных боев немецкие войска были отброшены от Тулы, а советские перешли в контрнаступление. Москва была спасена. В обороне Тулы большую роль сыграли не только солдаты, но и мирные жители, которые помогали рыть окопы. Возложили цветы к основанию стелы «Город-герой» на Славянском бульваре. Напомним, памятный знак был установлен здесь в прошлом году в честь присвоения городу почетного звания. Высота обелиска 9 метров, основание из темного гранита, сама стела из белого мрамора.